Здрасте, Накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Что делать, если ваш клиент перекрасил волосы в блонд и плюс еще до этого окрасил брови в черный цвет? То есть у клиента и так брови черные, он еще их покрасил в черный, а волосы у клиента блонд. Что делать в таком случае, если клиент хочет сделать брови светлее? Сегодня я вам расскажу в этом выпуске. Первый этап нам изначально нужно смыть химический пигмент. Его мы смываем с помощью деколор. Просто наносим состав на брови и ждем, пока волос у нас начнет светлеть. Далее, после того, как мы смыли деколор, нам нужно убрать уже натуральный пигмент меланин. Его мы будем убирать с помощью специальной пудры от Elan. Нанесли пудру и смотрите, как у вас осветляется волос. Когда уже достаточно, вы просто пудру смываете с помощью детокс-мусса. Так как у клиента достаточно густые и плотные брови, нам не нужно делать дополнительное окрашивание. Достаточно будет карандаш плюс гель. Если у вас еще остались какие-либо вопросы, пишите в комментарии. Надеюсь, видео для вас было полезно. Всем пока!